Премьеру художественного фильма с Настей Ивлеевой, у которой фиолетовые волосы и много татуировок в кадре, перенесли после скандала с голой вечеринкой. Картина должна была появиться в прокате 28 марта 2024 года, только вот из-за арт-выставки блогерши все труды съемочной группы пошли прахом. Скандал с голой вечеринкой продолжается. Запланированная премьера художественного фильма с участием популярной блогерши Насти Ивлеевой вызвала огромный резонанс в свете недавнего скандала. Из-за проведения голой вечеринки, которую она назвала арт-выставкой, съемочная группа столкнулась с серьезными трудностями, и выход картины в прокат был перенесен на неопределенный срок. Ожидалось, что фильм, в котором Настя Ивлеева в главных ролях предстала перед зрителями с фиолетовыми волосами и множеством татуировок, выйдет на широкий экран 28 марта 2024 года. Однако, из-за необдуманного поступка знаменитой блогерши все усилия съемочной группы оказались напрасными. Голая вечеринка Насти Ивлеевой стала поводом для возмущения общественности и вызвала массу негативных комментариев. Организаторы премьеры вынуждены были принять решение о переносе даты выхода фильма, чтобы избежать хейта и потенциальных проблем с публикой. Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева не признала свою вину в организации голой вечеринки и не понимает, что такое оскорбляющий человеческое достоинство внешний вид.